Всем привет, магазин Истехник. Сегодня мы показываем лодку флагман 450 НДНД. Вот она в упаковке. Упаковка, вот такой конверт. У сумки есть ручки, вот одна ручка здесь, ручка вторая. Это лодка 450 НД, сбоку ручки, здесь вот ручки. Три ремешка застегивается. Меряем размер упаковки. 1,45 м. Ширина 80. Высота 35. Смотрим, что внутри. Открываем. Флагман 450. Открываем. Проверяем. Внутри у нас весла, два весла. Две банки, вот они. Две банки, толстые, хорошие. Ножной насос, вот он обычный ножной насос. И сама резина, вот прям на больше. Ремкомплект, заплатки, клей и насадка на насос запасная. Итак, у нас на весах шкура лодки флагман 450. Чистый вес самой шкуры. Смотрим весы. 57 килограмм. Чистый вес шкуры. Но сейчас взвесим еще банки и весла. Так, взвешиваем банки. Флагман 450. НДНД. Так, банки 8,5 килограмма. Прибавляем весла. 10. Насос и ремкомплект. 11. И сама сумка. Килограмм получается, 70 килограмм общий вес. Вес комплекта 70 килограмм. Флагман 450. Начинаем разворачивать лодку флагман 450. Вот так она сложена. И пошли. 57 килограмм. Раз, два, три. Вот она. Вот она. Сейчас будем качать. Флагман 450. Вот такая вот серая куличка. Флагман 450. Вот такое дно у него. Здесь пластиковая вставка, надувное дно, сливной клапан. Можем даже померить. 42,5 транец. Вот такое дно. Здесь такое крыло, вставочка. Ну и пошла защита по килям. Киль вот он. Она мало килеватая. Размер 4,50. Бронь в начале лодки идет вот здесь вот. И на всю длину киля. Такое надувное дно.
Накачали лодку, флагман 450. Смотрим, цвет серо-синее. Серое дно. Синие конуса. Снизу синее дно. Транец. Смотрим на транец. Транец 2,7. Сливной клапан посередине находится. Вот он. Шильдик. Значит, максимальная мощность двигателя 30 лошадиных сил. До 1100 кг груза подъемность этой лодки. Так, у нее два весла, банки. Флагман 450. Может быть, сейчас еще перевернем. Да, так, у нее, значит, что имеется здесь? Вот такая ручка. У нее клапана внутри. У нее получается, значит, считаем. Вот клапан. Один отсек. Второй отсек задний. Также внутри два отсека. Получается раз, два, три, четыре. И пятое дно. Пять отсеков у лодки. Вот здесь клапана. Четыре клапана, четыре отсека на баллонах. Смотрим высоту посадочки у нас. Сидим высоко, 42 сантиметра. Прилично высоко. Это замечательно. Ноги не будут затекать. Вообще здорово. Здесь 38 в этом месте. Но прилично. Мне понравилось. 42 сантиметра высота. Здорово. Баллоны 52. Баллоны очень большие. Это очень хорошо. Можно выходить на море на них. Меряем кокпит внутренний. 93 здесь показывает. Хороший кокпит. Широкая. Ширина банки. 1,14 м. Длина, да? Ширина 26. Баночки хорошие. Широкие, удобные. Все мне нравится. Сейчас еще немножко покажем, чем мы комплектуем эту лодку. В нашем магазине можете приобрести мягкие накладки к лодке флагман 450. Одна накладка простая, другая накладка идет с сумкой. Вот такая вот сумочка. Надеваем на банку и потом застегиваем. Это мягкие накладки на флагман 450. Все можете у нас приобрести серого цвета. Такая удобная вещь. Эта сумка есть. К этой лодке также мы делаем коврики. Я вам сейчас покажу. Вот такой вот коврик я вам можем вам продать. Значит, он стелится на донышко. Вот сюда. Прямо в размер все вырезаем. Вот такие вот коврики Эва. Вот они. Да. Это все можно у нас купить. Носовые тенты делаем. Ставим трансовые колеса. Трансовые колеса с нержавейки специально для НДНД. Устанавливаем. Удлиненные специально колеса. Вот они. Это все можно у нас приобрести, мы установим. Также в нашем магазине можете приобрести моторы Микацу, Ямаха 9,9, Микацу 9,9. Это пятнашка, это тоже пятнашка. Винт у Ямахи 11 шага. Моторы все новые, на гарантии. Микацу, Ямаха, пожалуйста, звоните, приобретайте. Сделаем скидку вместе с лодкой. Заказывайте тенты, делаем тенты на лодке, носовые, комби, все это есть. Так, маленькая экскурсия внутри лодки. Сейчас я сяду в лодку. Высота банок здесь шикарная, 40 сантиметров, там вообще 45. Да, сидишь высоко, обалденно. Посмотрите, как высоко я сижу. У меня тут вообще получается 47. 47 посадка, ребята. Это просто как
в джипе каком-то. Шикарно, места много. Здесь кокпит, сейчас посмотрю. 93 кокпит. Разгуляться есть где. Лодка большая, 4,50. Просто огромная. Тут, наверное, 6 человек сядет спокойно. И, что хорошо, высоко сидим. Баллоны 52-е. Сидим высоко, замечательно. Очень удобно. Очень много места. Так что, если заинтересовались покупкой лодки «Флагман», у нас есть все размеры. Все размеры лодок. Есть к лодкам аксессуары, накладки, тенты, колеса. Также комплектуем лодки моторами Yamaha, Mikatsu, остальные бренды. Пишите, звоните, переходите по ссылке на наш сайт. Лодки «Флагман» есть в наличии. Подберем, отправим в любую точку России. Сделаем выгодное предложение. Всем пока, Олег!